Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Это этот шлем. То кресло, куда он сел. Что это такое? Короче, что произошло? В 2015 году его сознание перешло в машину, в эту машину, сфотографированную. И, короче, сохранилось. Дальнейшая судьба Саймона неизвестна. Но в 2103 году его сознание кто-то забрал как бы на себя. Например, я. Кем я сейчас играю? Это тело взяла на себя сознание Саймона. А и значок похож, кстати, из Assassin's Creed. Какой значок? Вот где перевернутая А. Л. Русская. А. Ну это типа лямбда. Ну, в общем, короче, какая-то тут ебалась с сюжетом. Значит, Саймон тот подох, да, и теперь мы играем его призраком, грубо говоря. Да, но непонятно, что это за тело, в котором я нахожусь. Тело бомжихи Ирины. О, опрос, я люблю опрос. Да. Как бы вы описали свое физическое состояние? Воодушевление стал лучше. Я чувствую отстранение, так как временно занимаю чужое тело. Ну, думаю, да. Как бы вы описали свое психическое состояние? Как бы вы со своими ощущениями? Мое восприятие окружающего мира обострилось, да? Если чувство электромагнитное излучение, видимо, обострилось. Ну да, явно, чтобы не так, тебя периодически какая-то круглая штука засасывает.
Зашибись. Ну что, ты прошел свой аппарат новый? Иди вставляй ключ ты. I found a tracker home. О, у тебя карта появилась. О, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Игра вы сапёр, да? А чё, он её в ковчег ищет? Ага, так вот где он находится. О, учистка с первого раза. Ну вот, бойте, просто. I found it. It's at a site named Tau. Oh, no! It's on Earth! It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Was that it? А, ну да, Тау это медицинское чего-то там. Это мне надо с лямбды на тету, потом омикрон, потом Тау. А Фи и Омега, это, по-моему, с пушки связано. А, и там запустить нас, и конец игры будет. То есть мы где-то 20% игры прошли. Может 15. Че, я еще с тобой 4 дня, что это дерьмо смотреть? Move, jump, swim, ой, то есть это великолепную игру. Все, тихо. You're stuck in the door opener, the Omni-tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine, this is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? You know what? I found a sunken vessel just outside. Bet that could take us to Theta. Really? Didn't look completely out of action. It even lit up a little when I tried the Omni-tool on it. Okay then, let's have a look. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Where did you go? I'm waiting. Ты не играл в игру Portal 2? Ну как у нас? Там, короче, есть момент, где нужно таскать с собой искусственный интеллект в картошке. Так это смешно. Там, короче, как-то, я не помню, картошка, еще что-то с чем-то, если соединить, то получается электричество. И это что-то держало чип какой-то, и он жил благодаря картошке. Don't forget to take me along. The Omni-tool. Херово, когда твоя жизнь зависит от картошечки. Ну это, блин, Portal 2 это такая вообще игра.
она и смешная, блин. Ну, у нее очень необычный юмор такой. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Че говоришь? Я говорю, ты че на картах все ходишь? Ну, осторожность. Я очень осторожен. Очень хочу попробовать открыть ту дверь для начала. Ой, бля! Кто здесь появился? Блять, он что-то телепортируется, что ли? Не могу. Бля, вот у меня напугалось. Так, а какое имя для него придумал? Йогу, который, блядь, неожиданно. Да, и с головой. Голова лампы, я не знаю, что это вообще такое. Кракен? Нет, Кракен это не Кракен. И не Кракен. Ну блин, почему запрещен? Ты недостаточно прокачал свой... дрон или что это? Инструмент. Экзибит плохо постарался. Emergency vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Sorry, it's dead. Worth a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Вот теперь она обновила. То есть... Заметил, что он великолепно под водой работает? Что работает?
Ну, вот эта хрень под водой вообще отлично работает. Экран у них все под водой работает. Ну, что? 2103 год, как бы. Ничего удивительного. Меня опять он напугает сейчас. Давай, напугай меня. То есть он вылез снова на улицу, да, грубо говоря? Не, это просто был... Не, стоп, это точно корабль, затонувший корабль, да. А чё, он проплыть над ним просто не может, что ли? Вот он. Еще один корабль. Так, везет туда, куда надо.
Итак, вопрос. Как ему удается исчезать, появляться из ниоткуда? Вряд ли он сам обладает такой способностью. Ассасин? Скорее всего, это... Может, глюки просто? Может, он мерещится? Или же это, на самом деле, голограмма какая-нибудь? Ты сходил к нему поближе? Лестница, конечно, прям какая-то хаотичная лестница. Нет, стоп, это реально какие-то странные лестницы. Вот это что за лестница такая? Нет, ты посмотри, что за бред вообще. Это вообще не нормально. Это в своей атмосфере. Это что, Хогвартс, что ли? Ты знаешь, да, в Хогвартс там чокнутый. Да, лестница. Давай, заходи в дверь, хорош, пелится на лестнице. То есть это все возможно, что нереально. На картах, что ли, снова? Медленно. Зато осторожно. Так, если я сюда спрыгну. Я начну заново подниматься. Великолепные выводы. Как ты смогли догадаться? А может я мог бы разбиться. Под водой. Может, я очень тяжелый. Да бы лестница мне как-то упала бы. Лестница упала? Ну да, раз ты так тяжелый. Шел бы она под тобой бы хрустила. Дверь закрылась. Слушай, а ты хоть что-нибудь в одном ящике нашел, пока вот играл в это? Отстань, мне нравится открывать ящик. Вдруг там пасхалка? Подозреваю, что здесь тоже надо будет разбить окно. Крипалет, да, возьми. Крипалета возьми, разбей окно. Подожди, что ты сказал взять? Палета. А что это такое? Вот это? Да. Нет, это не палета, это какая-то херня. Палета это вон сзади стояла, на чем лежала. Вот это? Да. Похоже, по крайней мере, на палета. Что не слышишь? Похоже, по крайней мере, на палета. Чем оно в действительности является, я не знаю. Ой, подозрительный коридор, ой, подозрительный. Не люблю такие коридоры. Фредди Крюгер сейчас выскочил вперед.
чё вы так корёжит от этого монстра? Он излучает электромагнитное излучение. Смотреть на него. Да хорош ты. Специально, чтобы ты по всем комнатам не лазил. Ну, просто понял, короче, что зануда, надо все просмотреть. Ну, пора ускорить этого парня. Да блин, хватит меня. По лестнице падает. Умею. Скинь стакан у него. Ты помнишь, что там говорилось по сообщению? Я, блин, что-то не понял. Земля видна сверху. Ну, они говорили, что там огонь до небес. Ну вот нахер ты вниз лезешь? Че ты занимаешься? Может, он ушел отсюда. Почему нельзя просто проходить игру нормально? Нет, надо, блядь, все углы эти ебаные обсмотреть, в которых ничего нету вообще. Никогда не говори ничего. Ракушки испугал. Или что-то вылезло. Видишь, а ты говоришь ничего. Ну и чё ты с ним делать будешь? В Гамлета играть? О, смотри, Тоби Мак... Вот он. Пасхалка. Тоби Макфлайер из... Что это за подсказка, такая пасхалка? Не что? Знаю, какая, наверняка какая. Ересь просто, как ты сказал. Плакат какой-то сраный там нарисован. Не несущий ничего. Знаешь, у тебя стандартное прохождение должно столько часов занимать, а прохождение там с открытием всего, чего не нужно, там в два раза больше. А вот я думаю, что бессмысленное занятие. Вот нету тут ничего, мне кажется, в этой игре нет. Здесь оружия нет, на кой хером что-то прятаться еще. Даже он руку в эту дырку совать не хочет.
нашел его. Вы же вообще нет. Нет, там уже что можно было ожидать? Это скриптованный мод, все. Выполняет свои действия потом. Ну, тихо, блин. Че тихо, я читал, когда мимо проходил. Что и требовалось указать, ни хера в этом нет. Это что за лестница вообще? Ты смотри на эту лестницу. Ну, блядь, здание все передовернутое, может, да после аварии там все прикрутилось. Да ладно. Ну посмотри, блядь, где эти, чувак. Смотри, эта лестница явно выглядит так, как будто бы она на месте стоит. Смотри, где поручень находится. Ну вот, поручень, смотри. Ну это пол. А какой хер стол здесь так стоит? Ну, блядь, перевернулся, значит, вот так. Да ладно, вот тут все будет так, как будто бы все нормально. Вот и так и должно быть. Да хер вот. Если посмотреть это вот под другим углом, то да, это нормально кажется. Вот смотри. Да, вот это ли. Это лестница, да, тоже как будто бы нормально. И куда она? Ай, мозг сломал. А вот эта дверь, да? Вот теперь что ты мне скажешь насчет этой двери? Ну вон, видишь, лестница, видимо, там по ней залазишь и как-то там по-другому ходишь. Хер его знает. Ну что ты доебываешься, блядь, до мелочи ходишь, блядь, везде все сраные углы смотришь. Ничего нету, блядь, играй нормально. Это меня уже заебало, смотри, как ты, блядь, одну комнату 5 минут, блядь, мусолишь. Да, как на таком толчке будет... сидеть? Ну хуй его знает. Как... Они специально все это сделали. Они знают, что это было толстое. Они на это явный намек на что-то вообще ненормальное. Либо... Блять, ненормально, чувак, в унитазе искать пасхалку, я тебе могу сказать. Я открыл унитаз, потому что можно было открыть. Блять, естественно, ты открываешь все, что можно открыть. Ну,
а вдруг там что-нибудь интересное. Да, блядь, монстр оттуда, блядь, за руку тебя склон. Хватит и затащи туда. Emergency shuttle. Собственно, тут тоже ни хера нету. Стаканы, черепа, блядь, все. Причем каким образом тут скелеты, блядь, появились, вообще непонятно. Где туда нельзя? Ладно, ладно, давай. We can't get this thing moving. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Ah, shit. Вот, брат, черт. We need to get out of here. I know, I'm going. Архитектура, это просто мозг ломает. Что, блядь, происходит? О, смотри, может, что упалится. Блин, он сюда упал. Что, дверь может открывать? Да.
Warning. Reactor collapse imminent. Proceed to the emergency facility. Бред. Ну что-то он там... какой-то резкий парень-то, да? Да он вообще телепортируется. А, он появился отсюда вообще. А их точно вообще надо выбирать?
Ладно, продумаем заранее. Вот я бегу сюда. Там бегу сюда. Третий раз уже приходишь. Зачем мне вообще эти рычаги дергать? Мне не надо их дергать. Просто тут одно место было, которое я пропустил. Потому что этот за мной шел. Здесь что было?
Can't you do it any faster? I'm almost there! Alright, here we go. Hold on to something. Can you steer this thing? Starboard rudder is choking, but I can compensate. How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta. Should be a matter of minutes. Thought I was done for back there. Seems like the WoW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure state. I mean, how did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon. What are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WoW. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like a cancer. Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. Reach for impact! Hold on, the blast just pushed us off the plateau! What does that mean? If I don't hit Delta, we're dead. Далеко он не уплыл, да? Что? Я так понимаю, далеко он не уплыл. Ну, мы живы, значит. Значит, так плохо. Твой упоротый друг пробовал. Следовать за крабом. В инструкции так и написано: следуйте за крабом. Далеко вообще от той базы было? Thanks, little man. Careful, you're stronger than you look. Где я появился? Здесь. Прикольно.
нашего бака, смотри. Прозрачная текстура. Фу, минус балл. Я не безделаю открытый мир. Мне пришлось все морское дно исследовать. Я через 20 минут выключу, бы просто чай. Ну ладно. Пойду я сразу. Это надо было, да? И куда мужчина поворачивается? Что я вижу, тут написано «Дойк». Мы на «Дойк». Да, я карту не помню. Сначала мы были... А, чтобы попасть на «Тету», надо попасть сначала на «Дойк». Какой антоним слову раздражатель? Антоним? Радователь. Да, он, короче, радователь. Thank you.
Тут?
believe how much I'm sweating in this suit. Hey, could you maybe help? I need to get to Theta. Give me some room, will you? I think I need some vacation soon. I have to speak my agent about that. I need some food, yes, Madrid, yeah? Listen. Make yourself useful. Hey, can you hear me? Help me out of here, will you? Hey, you. Make yourself useful. Yeah? You put in a good word for me? I'm not sure that's a good thing. Nah, I'm just messing with you. Brandon, did you move the Carthage casing? We need to test that one before we ship it. You can really tell when Astrid is off-platform. This place turns into such a locker room. Not in a good way, either. За штука такая. А, видишь, как эта штука? Она, короче, поворачивается, когда я поворачиваю, потом устанавливаю сигнал. Короче, я фиг. Ну, короче, через минут 15 я все. Учитывая, что ты хочешь во все дырки залезть, да, для тебя это сложно выйдет. Он жив, вот это, чувак. Приложи ему поддорожник, может вылечиться. Как он может дышать? Я слышу, как он дышит. Короче, так, можно было пойти. Ладно, пойду туда. Ну,
вместо теперь кровь. Что, глаза? Глазные яблоки. И откуда здесь черви? Это ведь черви? Может, трупные черви. Да, они не могут появиться просто так. Появились с остатком глаз. Откуда они могут здесь взяться? Смотри, тут лежали карты, короче, видимо, они играли нас. Кто проигрывает, тому вырывают два глаза. Где ты карты? Слева. А, это точно. Но я могу сказать, что тут не пятерка, то есть семерка. Раз, два, три. Я сказал карты, а не карта. Я понял, что карты. Я имею в виду... Забей. Сумасшедший писал Аскер. Искусственный интеллект, похоже, дело. Ну да, там же говорили, диалоги. Откуда здесь мухи под водой просто? А может, это мошки с хавки? Разберешь этот почву. Это же все понимаю, но... Чтобы понять, что здесь написано Divine, это еще нужно постараться. Вот тут ничего нет вообще. Великолепно. Давай, выходи отсюда. Шахмат, почему вообще? Может, здесь что-то...
Закусочную, похоже. Я там был, где не знаю, да. Вроде был. Да, я там был. Да, да. Контрол-рум называется. Картина все кровавее и кровавее становится. Что можно сделать? Я не буду совать в эту дырку. Ну, блять, зато унитаз стабильно болеет. Жалко, то рук туда засунуть. Внутри. Вдруг там пасхалка, ёпти. Куча говна какого-нибудь. Тепта, потом микрон, тау. Так. Прикольный потолок. А реально, где у них здесь закусочные? Где-то же еда должна готовиться. Вон закусочная рядом, у нее нужно только руку сунуть. Закусочная для кого? Для твоих рук. Ну сунь то руку заебал. Нет. Ну давай. Подожди. Шахмат. Игорь 1610, побед 1000. Интеллект сложный. Прям как у меня, да. Не, у тебя не сложный. Там тормоз должно быть написано. Легкий, универсальный, помощник. Даже я думал всегда помощник. Помощник. Разве через ще? Ну, да. Ладно, управление пилотом не поддерживается. А, это вот это, что летает, вот эта штука, которая антираздражатель. Прикольно, прикольно. К8, короче. Блять, столько полезной информации я узнал сегодня об этих устройствах. Во, а это то, что мы видели, только что разговаривал, да. Класс, средний рабочий пилот. Пык. Все, что есть возможность управления пилотом, может быть заражено личностью.
Вот, вот эта штука я тоже видел, она летала. Мини-бот. Вот это я не помню такую штуку. Исследовательский аппарат. Чего мини-бот нужен? Не написано. Ну ладно. Так, сообщение. Куча сообщений. 8 число. Подожди, когда произошло? В 2014 году или? Ой, в 2004 году или? Ладно. Смотри, там у них 100 лет прошло, они интерфейс почты так и не изменили. Так, это было 8 число 12 месяца. Число 13 месяца. Ой, нет, даже 13 месяца не бывает. Блин, это у них запутанное. Так, сначала у них идет число, месяц, год. Просто наоборот, да. Просто наоборот. 13 число. Короче, на следующий день. Пошел ты нахер. Куда они, блин? Слушай, я все, короче, заебался. Ну все, я сейчас. Короче. На этом моменте остановлю. Сейчас, погодь. Дочитаю и все. Терри Страски его зовут, что ли? Нет, подожди, мистер... Стоп, это от какого-то Страски. Мистер Акерс. Терри Акерс. А кто с ума сошел, я забыл. Акерс, по-моему, да. То есть его зовут Терри Акерс. Сошел с ума. Тысячная победа в шахматах. Ты смотри. Это очень важная информация. Просто без нее игру не пройти. И к чему вообще это было? Палец суй туда. Да он меня сейчас засосет вместе с головой и... Не засосет, нормально все будет, заебал, нажми. Не. А то я сейчас сразу отключусь. Да я все уже, это конец. Ну ты знаешь, что можно сделать. Так. Что-то текстурки не прогрузились, похоже, дело. Ну это потому что ты палец не сунул туда. Давай, засунь палец. Ты же хочешь. Чего они так долго грузятся? Пора бы уже загрузиться.
О, мало. Отметь, это дело сумма куда падает. Или руку. Давай ты будешь говорить, знаешь, как Голум. Типа, ты моя альтернативная личность. Может, сунем туда палец? Или как он там говорил? Не знаю. Я, пожалуй, не буду так делать. Да. Да ты бы не смог, потому что ты плохой актер. Ну да. Тебе не удастся заставить меня под другим предлогом. Мы должны сунуть палец в нашу прелесть. По-моему, смешно. Ну ты все равно не хочешь его голосовать, поэтому кому шубку теряет. Скламбур. Не, я не хочу, а ты хочешь. Ты не понял, что ли? У Голума раздвоение личности было. Тебе раздвоение личности? Мы играем за персонажа, за которым как бы управляю я. Но ты как бы тоже там что-то поднакиваешь. Короче, забей, ты слишком глуп. Нет, просто ты слишком тупо объясняешь. Ты смотрел «Властелин колец»? Конечно. Ну помнишь, там Голуб, он сам с собой разговаривал? Да. Но почему он разговаривал сам с собой? Не раздвоение личности было. Сейчас как бы я с тобой говорю, ты говоришь, надо сунуть палец, а я говорю, не надо сувать палец. Ты считаешь, что у тебя раздвоение личности? Да не у меня. Вручную антенну, позиция транспорта. Зачем вообще это делать? Мне надо-то попасть на Тету и все. Что я тут вообще делаю? Так иди туда. Так, вот смотри, вот антенка, да, она смотрит туда. Нужно, наверное, чтобы она смотрела в сторону. Туда. 0049. Давай ее на 049. Подожди, я тут ничего больше? Антенна, радио. Что? Блин, я не прочитал. О, окей. Jasky, we can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeppelin is going to miss our routes. Volchek did say that you could have fixed your joystick by rejigging the antenna. I guess it doesn't matter now. Earl, have you come? No, just me, Goy, and Creer. Maybe because of Seb being a stubborn old man. Так, это месяц спустя. 14 число, 8 месяц. 15 число, 1 месяц. А, это какой у меня? Это 3 месяца. Подожди. 5 месяцев прошло. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. Ну, короче, этот чувак, Акерс, он спятил. И вот он сейчас, типа, говорит, я приеду, типа, всех убью. Опасный парень. Что? Опасный парень. Так, значит, надо настроить антенну на 049. Где эта антенна была? Давай-то лучше я настроишь, знаешь, на что? На 8-800-555-3535. Лучше позвонить, чем кого-то занимать.
Yeah, заплатили за это. I've seen you when payload manager Alice Coster shows up. You let her manage your payload? Why? That doesn't even make sense. Come on, stop misspelling it back to work. Но нас тот опасный чувак будет снова преследовать, которого ребит в глаза. Подожди, я хочу еще раз послушать. Straski, you can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy, and Creer. Acres is set up being a stubborn old man. All right. See you soon, Brandon. Happy evac. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Acres, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Связь установлена. Ошибка. Терена позиция транспорта. Направьте антенну вручную. Я что, неправильно настроил? Транспорт актив. Unspecified cargo. Zeppelin's on its way. Better get ready. Такси едет. Откуда он должен приехать? Так, антенна. Туда смотрит. Сюда он смотрит. Вот это антенна. Подожди. А куда она должна вообще приехать? Посмотри на том устройстве. Там показано, как близко оно. Еще. Кажется, вот. Кажется, я пропустил момент, как он приехал. Ну вот. Что-то меня подлагивает. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Ugh, why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Шоковая дубинка, серьезно, в воде. Ну, тебя должно удивить, что первое оружие, да, наконец. Ты знаешь, что она, оказывается, отключается? Последний раз она была в капсуле, когда в аварию попали. И она...
вообще отключена была все это время. Кто она? Ну а это, Кэтрин. Там же другой был. Я другого хочу отключить. Ты не собираешься подниматься на эту лодку? Что делать? Подниматься на эту лодку ты не собираешься? О, сначала чип нужно достать. Ничего, так просто не работает, да? Иди сюда. Ну ладно, чудеса. Нормально. Он прям в пукан, да, должен? Вот, вот и все. I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure.